Посадка. Санька, посадка. Фалав. Я придумал какое-то смешное слово. Какое слово? Фалав? Фалав. Не снимай меня, не снимай мои руки. На какие свои руки? Так я убрала, ты отражение снимаешь. Как будто специально. Так надо снимать. Фалав. О, вижу. Ой, так быстро? Куда? В смысле? Кто ты? Ветер.
Дамы и господа, мы выключаем основное освещение во время посадки. Вы можете воспользоваться лампой индивидуального освещения, которая находится в панели над вашим креслом. Благодарим за внимание. Я думала, должны были включить еще сразу же. Ladies and gentlemen, the light will be dimmed for landing. Почему вы включаете? You may use your reading light button, can be found in the panel above your seat. Thank you. Что это? Потемнело. Да, мне нравится так. Мне тоже. Эпос. Вот это мы сели ниже, представляешь? Эпос. 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 Размытые. Это что такое? Быки? Где? Вон там. Видишь, огоньки. О, они были размытые, а сейчас какие-то нормальные стали. Четкие. Ну, облака, наверное, мешали. Ой, и вправду так. Они так резко становятся ясными. Ой, опять в хрен. Камеры стараемся держать ровненько. О, хорошо. Внутренний, у меня это внутренний такой стоит. Так, вроде ровненько. Да. Такой крен большой. Да, подожди, я хочу сделать ровненько, чтобы увидеть такой крен. Луна, Луну прям видно. Она на камере огромная, в глазах такая маленькая, размытые. Я такая люблю. Все, теперь они ясные. Были размытые, стали ясные. Мы их просто вблизи видим. Как такое возможно? Вон там они размытые. Это заправка? Где заправка? Глобус. А, магазин, наверное. Вроде где? А ну смотри. Посматривай. Визу то ли или? Визу. Едет. Ой, мы так низко, я вижу грузики. Ой, я приподнимаюсь. Это, кажется, тут... Летай. Ой. Я теперь проваливаюсь вниз. Сладка, сиди на месте. Видно близко машины? Mm-hmm. Такие размытые. Смотри, они близко размытые и... Какой-то торговый центр, смотри. Да. Мега, что ли? А, нет, не мега, просто в том районе. Он тоже такой большой. А вот еще какой-то торговый центр? Мне кажется, мы в нем покупали мне обувь. Ой! Ой, ушки мои. Береги свои ушки. А то всем я буду слушать и искать барсуков. Вон там размыты какие огоньки. Сеть появилась. Прикольно. Где мама? Знаешь, где мама? А то папа там
господа, мы готовы к посадке. Отлично. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты. Паркетные столики убраны, подлокотники опущены. Благодарим за внимание. А почему подлокотники опущены? Наверное, чтобы они не стукнулись. А столики? Когда будут падать. А столики, чтобы мы столики не стукнулись. Тормози. Чувствую, тормозим. Ну да, не очень. Ой, смотри, остается такой след, еле видный от крыльев. Ага, вижу, вижу, вижу. Что за след? Завихрение. В GTA эти вихрения называются бустом, потому что с помощью этого буста можно хорошенько так разогнаться. Ну, это не топалка. Ой. Или лесом. Похоже на то. О, там машины. Интересно, а где Родик? Это должно быть недалеко. Посмотри, а эти как, не знаю, что это, поплавки или что, прямо опустились. Угу. Я сейчас буду смотреть. Там механика, скорее всего, механизмы для закрылков, прикрылков. А прикрылков тут нет. Закрылки вот эти, которые воздушные тормоза. Ну, воздушные тормоза немножко другие. А это закрылка для увеличения площади крыла и да, чтобы... Да, потом будет интерцептор называется, вот вверх поднимется. Дальше, вот так. Да. Я вспомнил. А вот прям воздушный поток такой, да? Ну так мы близко. Так, низко. Вот Киевское шоссе. Ага, воздушный поток прям видно. Ага, а вон вокзал? Фига себе, вокзал. Фига себе поток. Его даже на камеру видно. Ага, класс. Это завихрение все? Ага. А неси? Ой, ой. Ох, вот они, тормоза. Оставайтесь на своих местах застегнутыми ремнями безопасности до выключения света.